Salica Production Studio. Но теперь я твои неисканные черты и убеждался вновь и вновь, что это все же ты. Спою. Если б не было тебя. Давайте. Если б не было тебя. Еще только не закрывать тебя. Ага, началось. Еще чище, прям вот так вот, как я люблю, очень заинтересованно. Если б не было тебя. 3, 4. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда? Давай, дальше. Не жить. Сначала. Скажи тогда. Скажи, зачем тогда мне жить? Надо же отфильтрон, да? Достать ноту и микрофон трясти. Скажи, зачем тогда? Тянуло, да? Поехали. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Шумит дней, как поток от дождя, сорванным листом кружит. В шуме дней нужно начать четко, ритмически. Смотрите. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме... Вот, синкопу. В шуме дней, как потоки на дне. Это я специально выделяю вам. А вообще нужно это достаточно гладко спеть. В шуме дней, как потока дождя, сорванным листом кружить. Хорошо, потянули. Жить. И сняли. Все концы должны пропеты быть хорошо. Шумит дней, как поток от дождя. Там полностью, Айгуль, там полностью вся фраза, это только вы начали правильно, а дальше так же правильно петь надо. Вы ее отставите. Шумит дней, как поток от дождя. Смотрите. Раз. Шумит дней, как поток от дождя. А вы в шуме дней спели, а остальное отставать у вас. Отставать начали. Шуме дней, как поток. Вот, остаете, нет. Шуме дней, как поток. Остаете. Шуме дней, как поток, как дождя. Сорван. Дальше вы знаете. Поехали. Надо вот этот точником, иначе вы не сделаете. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Шумит дней, как поток от дождя, сорванным листом кружит. Ну, почти, почти. Если б не было тебя, я бы выдумал себе любовь. Я твои... Опять. Я твои неискамы черты. Опять. Я твои неискамы черты. Еще, точнее, аритмичнее. Раз. Я твои неискамы черты. И убеждался вновь и вновь, что это все же ты. Все же ты, да? Сначала поехали.